находим площадь памяти, мемориал такой, посвященный чеченским воинам, погибшим в Чечне и погибшим в Афганистане. Такой знак границы здесь установлен. Мемориальный комплекс. Сейчас ровненько. Да, это будет так, как бы нарезка такая вот. Вот смотрите, здесь площадь памяти. Это будет видео перед хождением по могилкам воинов. Мемориальный комплекс, площадь памяти. С там заложен первый камень будущего мемориального комплекса. Ну, короче, заповедите, почитайте. Проходило в Афганистане 1945 человек, погибло 88, вернулись инвалидами 33. На Северном Кавказе погибло 129 человек, пропало без вести 3. Угу. Да, сюда надо будет вот прийти в следующем году, посмотреть, что здесь сделали, как все изменилось. Идем смотреть могилки. Ряхин Евгений Владимирович погиб при исполнении национального долга. Вот такое место я нашел в Архангельске. Тарасов Андрей Валерьевич, Комиссаров Александр Владимирович, Михеляков Сергей Леонидович, какие все молодые. 82-84 год смерти Шманов. Красиво сделаны лавочки. Яхменев Юрий Валентинович, Юдин Алексей, Олег Борисович. Я думаю, здесь самые отличившиеся, остальные где погиб похоронены. Тут интересно, конечно, сделано все. Ракитин Николай Витальевич, Дружков Владимир Васильевич, Данилов Сергей Николаевич, Симаков Андрей Николаевич. Фотография вот Жмаков. Жваков Александр совсем молодой. Фотография молодая, длинные волосы. Строкан Алексей Витальевич. 23 года, в принципе. Строкан Михаил Витальевич. Это братья, что ли? Да, скорее всего, два брата погибли. Ертаков. Петеренко Владимир Геннадьевич, 85-2004 год. Туда не пройти, там завязка. Я не стал проходить. Тут стихотворение написано. Какой наш сынок дорогой, наша гордость, любовь и отрада. Живой. Ну, видимо, умер, стал героем. Ну, тут я смотрю, военные похоронили. 18 октября. Смотрите, вот они все. Смотри, вот три человека, 18 октября 2007 года погибли. Нечаев Игорь Васильевич, Шнюков Владимир Евгеньевич, Батурин Юрий Анатольевич. Все в 2007 году СОБР. Служили в СОБРе. Погибли, исполняли служебные обязанности. Надо будет поискать в интернете. 18 июля 2014 года. Сотрудников отдельного батальона ППС. Тоже в СОБРе. Кошмал. Снимаевич. Олег Николаевич. В 2005 году. Взять собственное сердце, нельзя события заменить. Погиб при исполнении служебных обязанностей в Чечне. Опять же, Вавилов. Погиб при исполнении воинского долга в Чечне. Алексей Владимирович. 12-12. Думаю, Алия Слава, ушел ты от нас. 1 октября и 24 октября. Не простивший, более стоял на себя. Тоже в 94 году погиб. Чуть старше меня. Лазачев. Что он погиб при выполнении служебных боевых задач в Грозном. 20 лет. 15. Группа Обр.
Калмыков Сергей Бертович, 06-й, погиб при исполнении службы, жил на боевых задачах Чеченской Республики. То же самое, Сливёстров Юрий Львович, в 95-м году. Такой красивый молодой человек. Трофанов Цей Михайлович, погиб при исполнении служебной боевой задачи Чеченской Республики в 96-м году. Сопляков Дмитрий Николаевич, погиб при исполнении боевых задач воинского долга. Сержант Зарыкин Анатолий Леонидович. Такой, спи спокойно. В 95-м году. Карпов Олег Александрович, в 95-м году погиб. Мир ребята защищали, жизнь свою до нас отдали. Сохраним в сердцах своих, память светлая о них. Рязанцев Антон Владимирович, 76-95. Смотрю, в январе тут что-то. Да, погибшие. 17 января 95-го. Бедные мальчики. Буденко Дмитрий Викторович. Любим тебя, гордимся тобой. Память нашей, ты вечно живой. Опять рюмка стоит. Нет, чтобы пряник положить. Вот список погибших. Снимай, да. Тем, кто остался в бою, память свою дадим. Вот их. В январе много погибли, 95-го. О, в январе нулевого года. В один день. Погибшие. Вот в 10-м году даже. Романов Дмитрий и Денис Гаврилович. 7 января на Рождество Христово, 10-м году. Я помню вас, ребята. Сбор средств. Строительство воинской часовни на мемориале «Площадь памяти». Это вот на площади памяти нахожусь. На издании второго тома книги памяти погибших на Северном Кавказе. На благоустройство мемориала площадь памяти. Книга памяти. Там нет ничего. Женщина гуляет здесь. А, ребята из Афгана. Ребята из Афгана. Это уже встречается афганцам. Мы помним вас. Такой памятник. Воинам из Афгана. Все. Вот тут фамилии героев, погибших. Время афганской войны уже. Тут афганская война, а те, которые в чеченской войне. Красиво. Здесь какие-то даты стоят. Даты? Года. Просто памятник, вот, год. Не знаю, что это. Видимо, отчет вывели там в 87-м году. Ввели в 79-м. Просто как такое данное. И вот БТР какая-то. Памятник границы, скорее всего, сделаю это два видео. Здесь будет устроен мемориал воинам, погибшим при исполнении интернациональных долговых стен. Сделаю два видео, скорее всего, просто кладбище и вот это вот для памяти. Да. БТР стоит, ВДВшный. Ребята, погибшим ликвидатором аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 86 года. Интересно, на обороте нет ничего. Ну, тебе еще на обороте не пишут. Администрация Архангельской области, Трест, Архангельский фонд, поиск братья Яновы. Зачем стерли цифры? А, нет, стерли, показалось. 1998 год. Командир, знает. А, летчик, он этот пропеллер. Каралькин, штурман, Сафонов. Вот вечная память погибшим. Здесь покоится прах летчиков самолета 70-го аварийного авиаполка, погибших при авиакатастрофе 17 декабря 1939 года в Приморском районе
Хангельская область, интересно, что там было? Почему именно так вот они им почтили честь? Члены экспедиции экипажа гидрографического судна «Торос», погибшие 30 июня 1936 года при освоении Северного морского пути. Вон оно как. Агеев, Бардинов, Воробей, Катышев, Лайтерев, Насеткин, Садофеев, Сазонов, Стрин, Абаров, Федосеев. Дальше идет морякам. Якорь. Морякам. Вем снаряда. Чердышевский. июль 1635 год. Через что там случилось? Так, часовенька. Сейчас пойдем ближе к часовеньке. А вот. Я же там надпись-то не увидел. Сейчас я подойду к надписи, посмотрим, что мемориал воинам, погибшим при исполнении интернационального долга. Часовни, там все так смотрят. Я снимаю, разговариваю. И привыкли, не шли к такому. Как в дикаре. Что ж теперь? Здесь дорога закрыта. Экспедисты ездят. Закрыто. Часовенька. Воинская часовня во имя святого пророка Ильи. С 10 до 13. Интересно, уже 13 часов есть? На поезд я опоздаю. Что-то я здесь загулялся. Я здесь гуляю уже. Смотри, наверное.